Недостаточно тихо. Ну да ладно. Ну да ладно. Очень рад я, что у Радио Рекорд меняется ассортимент хотя бы раз в год. Вот. Собственно говоря, летом того года, когда был Warface 50. Песенки были не очень. А вчера трансляция обрывалась. Внезапно. Сам не ожидал. Но почему-то дропнуло интернет. Маленький кусочек, как я прибежал обратно к саркофагу. Пришлось удалить. Вот. Собственно говоря, сегодня продолжим с того момента, где оборвалось вчера. Такие дела. Часа 4 минуты. А трансляция шла 3:20. Ладно. Ладно. Так, ладно. Палок что-то у меня как-то не нужно очень много. В принципе, инвентарь не засоряет, ну да ладно. Без них тоже. Так, надо вспомнить, что мне нужно делать. Синий порошок, части статуи Посейдона. Так, вообще, ладно, приведу туда, где участок кончился. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет, стример, привет, чатик. Вчера оборвалось вот тут. Вот тут вчера бралось, я взял вот этот камешек и дальше пошел получать пизды. И трансляция вернулась где-то здесь. Да. Сука. Ах ты. Мразь. Так, надо что-то придумать. Так, вот ты пятый уровень. Ах ты, сука. Можно пойти разобраться с той самой шапкой. Вернуть девочке куклу. Я, конечно, не уверен, что что-то... Охуеть, какое хорошее дадут. Так. Оп. Сука, не то. Крит прошел, повезло. Оп. Блять, я ее не заметил. Черт. Так. Оп. Блять, еще и парализован. Что это я нажал? S. Это я нажал на S. Чакры. Так, лампочку надо включить. Хм. Части статуи. Ну вот еще 3 штуки.
На отравление мне даже не все хп снимает. Понятно, понятно, понятно. Так, что по карте-то вообще? Угу. Там проход вправо есть. Хорошо, хорошо. Да хуёв. Ну это какая-то... Зачем я сюда пошел не на полном хп? Ну, обожаю хуйней заниматься. Люблю по 200 раз бегать в одно и то же место. Так, они, по-моему, пропадают. Я, конечно, не уверен, но эти штуки, по-моему, они пропадают. Ага. Кстати. Защита тьмы. Дополнительное лечение 20%. Надо проверить. Надо проверить. Где эта хуйня? Да, на это было опять 20. А чё это я такой пиздатый парень? А, защита от огня плюс 10. Так, мне пока что это надо. Мне пока что это надо. Набор он мечами. Набор он при стрельбе из лука 10. И все. Больше колец нет. Больше колец нет. Ой. Блять. Блин, я вообще не представляю, как это все на джойстике переключается, к примеру. Надо же заебешься. На джойстике-то выглядит примерно вот так. Вот так вот. Ну и что это за быстрый доступ? Так, добрый вечер. Спасибо. Huh?
Так, творю хуйню, да? Изи. Так, а это что за лестница? Сатир, давай, не выебывайся, хватит. Лоу, он до сих пор на меня... Охуеть. Так, надо подумать. Думать тут нечего, надо пойти сохраниться. Так, то есть я сначала присел, а потом встал, чтобы словить эту хуйню. А я, блядь. Я гениален. Так. Надо что-то еще попробовать. Что я делаю, блядь? Здесь. Не, стоп. По-любому надо взять у него задание и идти сюда. Это ну, нахуй.
Бля, я под таким углом еще стрелять не могу. Так, о, все, 20-30. Бля, я, конечно, извиняюсь, но буду это делать. Чё-то какой-то хардовый коридор. Так, проснулся. Гандан. Нахуй проснулся. Так, огромный круглый сапфир. Две штуки. Порошок. Топор лесника жизни. В чем разница? В чем разница? 94. Блять, максимум здоровья 20. Охуеть. Я с этой хуйней еще и собаку пойду убивать. Блять, медленный. Ужас. Чем внизу? А внизу просто нихуя. Змея ебучая. Похуй на тебя, идет сраку. Опа. Покажите, покажите, покажите. Скорость минус 1,51 урон. Итог урона оркам. Блять, ну-ка. Ну. Ну. Не. Такое себе, конечно. Опа! Хуя! Хуяндук! Ебать, так. Интересно, 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 интересно. Так, ну а здесь-то мне нужно. Та-та-та-та-та. Ну-ка. Блять, понятно. Короче. Секретная комната с секретная комната. Точка. Зелье. Лестница. Фу. Не.
конечно. Обратно выпрыгнуть там можно. Что? А, да, здравствуйте. На, нахуй. Так, это... Не орк. А, это и не то копье, блядь. Просто нахуй ужас. Угу, понял. Какая-то странная зона. Так, ладно. Во всяком случае, мне надо открыть эту дверь ебучую. Так, там у скелета ушко еще. Здесь еще ловушка. Да. Ага, прям посередине. Блин, я уже забыл, что здесь. Стены. Некоторые пробиваются. Чисто случайно ёбнул по той. Так, а куда ведет этот хуйс, блять? Crows love small shiny objects. Don't let them steal your rings. Вороны обожают. Попахивает каким-то дерьмом на самом деле. Вороны, блять, обожают. Анкора Баш Зера. Так, ну ладно. Ну ладно. А, персонаж. Сука. Ладно, во всяком случае, пока я здесь. Пока я здесь. Так, надо. Нужно одеть тот топор на ТП. О. Так, отлично. Так, стоп, а там ведь змея, а там ведь змея, и как мне змею убить? Так, как мне убивать змеюку? Ладно, посмотрим. Выбью, блядь, эликсир по такому случаю. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Наск. Хотел из дома не друга. На всякий случай надо чекнуть. А, 310. Да. Увеличилось-то оно увеличилось. А, придется бахнуть. Ваф. Уйди, сука. Половина. Пиздец. Here you go. Here's your doll. Шарик, блять. Давайте посмотрим F7. Сука, нет, если он реально ест жуков и... Сука. Двойная лягушка. Наполовину лягушка, наполовину воздушный шарик ловит своим языком небольших существ вроде летучих мышей, пчел и паучков. Блять, лол. Два.
Давай, жри их, блядь. Пока. Ёп твою мать! Муравьев оно не ест. Муравьев оно не ест. Ёбаный рот. Thanks, mister. You are nice. I'm Korabash Zeta. You've obtained your first pet. Pets follow and help you wherever you go. You can make them appear or disappear through the inventory or by using shortcuts. As other creatures, they can be hurt, and they can even die. In the top panel, you can see their health bar next to yours. If your pet is too injured, make it disappear by calling it back or changing it to another one. When dismissed, it will recover its health instantly. Every pet has a special way to help you, but doing so makes it tired and costs it some energy. A pet with no energy is too tired to help, so you will have to let it recover. Очень интересно. Очень интересно. Что? Я понял. Все. Я понял, почему она тут подсвечена. Скорость минус 1, минус 2. Ну, потому что у меня не прокачаны навыки. Да, да. Так, вот зачем сюда опять иду? Хочу навалять этим уюком. Так, значит, булава на восьмерку, которая. Сколько еще змея, блядь, сидела. Как это Лера у меня укусила?
Тяжко, тяжко. Так, ну шмотки продать там не надо, да? Нахуй на нее наступил. Пиздец. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте. Продать. Я хотел бы вам продать вот эту хуйню. Вот эту хуйню. Так, и вкачать вас в 3, да? Копии надо в 3 вкачать. Окей, хорошо, он будет. Огненная стрела, так его разве у меня нет? Есть. Нахуй мне тогда нужен? Телепортацию в шахту. Посох магии элемента. 21. 21 штука, что ли? Шанскритая коня. Хуё-моё. Ладно, попробовать можно, почему нет? Где эта хуйня? На какую она? На первую, да? Ага. И получается, нужно взять 5. Так, ладно, на это надо попробовать. Ну-ка, ёбаный червь. Блять. Вау! Тебе похуй! Вполне очевидно. Так, ладно, как эта хуйня работает? Шанс крита огнем, шанс крита холодом, дополнительный урон огнем 10% плюс. Так, то я насколько это ёбнул? А, здравствуйте, блять. Убираем. Да. По крайней мере, работает оно так. Так, давайте, значит. Пиздец, эту хуйню еще и чинить надо. Так. Надо подумать, на самом деле, надо. Посохом магии огня. Вдруг это вообще хорошая штука.
Троллите вы, тонко тролли. Ну не тролльте меня. Не надо так делать. Троллите. Пожалуйста. Посох мания ментов. Ладно, если еще посох есть. Купить. Может быть, у него есть броня? Плюс 45, и я до сих пор ее не купил. Ебаный рот. Пиздец. Хожу, блядь, в кофте своей ебаной. Пиздец. Ебекс. Так, продолжаем. Ну и все, пожалуй, мне больше ничего не надо. 100%. Как там? Лягушка ест только летучих мышей, пчел и паучков. Можно, кстати, затестить. На самом-то деле. Посмотрим, ест она, блядь, кого-то или нет. Я уж на самом деле и не помню. Она вроде кого-то ела, но, блядь. Хуя! Хуя! Не, ну норм, чё? Не ебашить. Изи, просто изи. Так, теперь к оружию вернемся к оружию. Топор мне нафиг не нужен, или чё, это молоток? Это был молоток. Это был молоток. И вернем. Во, теперь купить оружие. Понятно. Скажи, что это такое. Угу. Не уверен, что очень полезная херня. Ну, допустим, свеча. Ну, что она делает? Зажигалка светит отсюда до стенки. Хотя, в принципе, видно, как зажигалка светит. Сука, блять, она светит так же. А, ёж. По-моему, ну-ка. Сейчас. Если ее выбросить, она, по-моему, светить будет. Да? Точно. Ладно. Не зря купил. Может пригодиться. Хуй пойми, где тут. Так, еще два красных шлема. Можно вернуться и добить
Может быть, уже заспавнились заново. Яндук. Кажется, я ничего не экипировал, да? Так, мне очень обидно, что они не умеют лазить по этой хуйне. На самом деле. Сука. На, побегай. Так, а чё, по эту совсем пизда? Zoran sells Spark of Life scrolls, used for resurrecting a ага, pet. Да, once you buy я one, я select смотрел, a pet in the inventory, then select the resurrect option. Дошел. Ужас. Так, нет, что-то моя кофточка получше от огня защищала, на самом деле. Так. Йогурт. Давай посмотрим, что там у тебя. Что там у тебя? Greetings, young one. Are you coming for the cross dagger? Dagger? Oh, yes, of course. Oh, you must be the chosen one. Although in my dreams I saw you less pale. What must I do to obtain the dagger? The cross dagger of Ajanti is a knife forged in other worlds. Only a noble and altruistic soul can wield it. I am this noble and altruist soul. I gave money to a beggar once, you know. I know. Unfortunately, I am not as altruistic.
So if you want me to reveal the secret to obtain the dagger, you will have to pay me 100 coins. Again? What about 50? 80 coins. No less. Платить или нет? Я хуй знает, ну что там хуёво может быть. Ловушки ебаные могут быть. Духи ебаные могут быть. Просто ёбнет что-нибудь куда-нибудь. Yeah, of course. In truth, there is a ground, but it looks like there isn't to scare whoever comes here, am I right? There's a ground. There's a ground. Watch, I'll drop a coin. Ah! There's no ground! There's no ground here! Кажется, я понял, да. Сейчас я прыгну, и там нихуя нет. Или здесь нихуя нет. Блять. Нет, ну. Ну такое себе. Блять, не гори, бегуха. Не надо. Ёп, пизда. Теперь я горю. Зоран сел. Нахуй иди. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Оп. 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 Так, эта хуйня как-то по мне попала. Дважды. Она по мне попала, блять, дважды. Ну давай, свои искру ебаную. А у него всего 4 штуки. Оу, щи. Оу, щи. Оу, щи. На дворе. А, точно, так. Так, другое дело. Да, похуй абсолютно, это дерьмо. Так.
Блять, как хорошо, что у меня просто не получится здесь пройти. Так, лягушка, короче, нахуй пока что не нужна. Не успел. Так, блять, кто такую хуйню вообще значит? Отлично, отлично. Так, было дело. Угу. Подиумы. О, да. Порядок поменяли. Хорошо. Как она жила? Я купил за сотню. Я купил за сотню яичко оживляющее. Давай это искра. Или что-то глазки. Так. О. Бля, вот это проперло. Так. Да. Хорошо. Надо подумать. Так, ну это очевидно огонь горит. Я, конечно, не про. Мне кажется, это огонь. И что мне требуется для вот этого? Жезл навык 2. Теперь я могу воспользоваться этим дерьмом? Хорошо. I'd better not put my hand in the fire. Так, но на самом деле он говорит не блин пола нет, он говорит я не собираюсь сувать руки в огонь. Хуйсосы, 80 монет. Ну, так. Сколько у меня там драгоценностей? Раз, два, три. Три камешка есть. Давай, гони, блядь. You're 80 coins, and... Hey, gross, he's picking his nose. And now he's wiping it on his shirt. Come on, old one, start talking. How can I get the knife? First of all, you must ask for it correctly. I want the knife. All right. I have come to obtain the knife. Please, I need the knife. Follow the path. At the end, you will find the dagger of Ajanti. Take this glass of water. Do not spill a drop. When you reach the dagger, your thinking must be as clear as this water. This water doesn't look very clear, huh? You know something? I think you cheated me.
Anyway, keep the coins, and get that booger off your jacket before it freezes and you scratch yourself. Бля, стакан воды дал. Стакан воды за 80 монет. Охуенно, блядь. Only a pure soul may wield the knife. And only a man with a narrow ass may go down through this passage. Нахуй иди. Так, ну сейчас должна какая-то хуйня... Ой. Что? Put my hand in the fire. I'd better not put my hand. Сука, ну и хуйня. Пятый левел, блять. Опа. Не, ну, блядь, пятый левел кинжала ради такого, да. Не, ну, 150 урон. Не, ну, спину-то. Не, ну, ёб твою мать. Тем более один левел только. Блядь, самая нахуй изи 120 урона. Да 80 монет такой кинжал, да. Два пальца обоссать. Все, иди нахуй теперь, Грандон. Ну и кого хуй тут опять это ебало делает. Огромный круглый сапфир, коралловая корона, ледяной трезубец. И где я должен это искать? Так, из верхней комнаты. В смысле? Не понял. Сейчас пиздёшь. В этой комнате есть проход вправо. Так. Ебать, в телевизоре действительно есть. Как я там, блядь, не был. Так, ну это. Да-да-да, блядь. Я все понял. Так, если я приду сюда, где я? Ага, можно. Нет, стоп. Точно, я не стал сюда идти. Точно, 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 точно. Мне кольцо спиздило. Так. О, глаз ворона. Нет. Чё? Блядь, кража, нахуй так жить.
суки, верните, блядь, мне все. Что спиздили? Две мечты теперь. У меня, блядь, ничего не осталось. Так, 6-3. Так, ну очевидно, что наверх мне никак не попасть уже. Что делать? Что мне делать? На кругу сафирно. Шахты и коллекторы. А, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Да, я, наверное, сюда вот так вот выходил, и здесь была дверь. Я не видел, что там. Необъяснимо, но... Санина. Необъяснимо, но санина. Так, вы меня теперь ждать, я так понимаю, когда они заново заспаунятся, что ли? Что такое все занятие? Мне кажется, тут должна быть либо стена, блядь, либо дверь. Опа. Тихий Мьюис. Тихий Мьюис. Сус, тихий минус. Навык мечи 5. Дополнительный урон огнем 4. Шанс скрипт. Получив жертву духа обитающего в этом. Пламени носят дополнительный урон. Блять, охуенно. Блять, после второго часа игры начинается какая-то... Во-первых, дрочка, во-вторых. Непонятно, как это хуйта. И вот тут еще справа не был, кстати. А, нет, стоп, я справа был. Да, точно, я здесь был. О, Гладиус. Просто ваншоты, ваншотики. На, нахуй. Бля, вообще прет. Сюда иди, бля. Изи, блядь, изи, нахуй, лемон сквизи. Гладиус, а нахуй мне столько гладиусов. Шанс крита огнем плюс 3. А, гладиус волшебника огня, понял. Защита от огня плюс 26. Пиздец. Сука. Не, на самом деле, я не помню, чтобы такой охуительный шмот падал на среднички, а там какой-то вообще децл был. Если я не ошибаюсь. Zero. Shadows like you, apart from seeing and hearing. Do you have other senses? Other senses? Yeah, like taste, smell, and touch. I don't think you can taste, because I can't imagine you licking something. Touch is impossible, because you're some sort of steam and you can't touch things. And you can't smell, because I farted several times and you haven't complained. Ugh, I have no use for these material senses. So you only have two senses? A bit limited for a superior being like you, don't you think? Lacking these primitive senses does not preclude my having more advanced ones. Really? Let's see it, Fox. What advanced senses do you have? To start, I possess the sense of presence. I can sense the location of creatures and where objects are located without seeing them. So give me a hint sometimes, all right? Okay, what else? I possess the gift of orientation. I know at any moment my exact position in this castle. Lucky bastard. I have to draw a map or I'd get lost. I also possess the gift of telepathy.
I am able to receive commands without standing before my lord. Yeah? So you receive your orders at a distance? So, you never see your boss? Never. Heck, lots of people would like working without their boss turning up. Any other advanced senses? I can detect any source of magic and enchantments, to know its type and its intensity apart from its effects. Plus, I am able to detect... Okay, geez, I get it. You have more senses than I do. But I'll catch you with something else. Блять, когда же будет тот самый диалог интересный? Ёб твою мать! Что это за хуйня была? Что меня, блять, укусило только что? Ёб... Weeds. How can they grow without sunlight? Ага. Ничего. Оу, бля. Хотя. Так, опять снимать хуйнёй. Так, где там? О. Ну, блядь, 33, пиздец. Да, я всё понял, блядь. Ага, вообще интересно. Блин, зря телепортировался. Так, на самом деле... А, у кого же были рецепты? А, вправо, вниз, вправо. Вправо, вниз, вправо. Котелок. Думаю, пора. Это дело приобретает очень утомительный характер. Блядь. Вниз. А, сука. Так, сейчас, секундочку. Так, надо будет сделать небольшую паузу минут на 4. Через какое-то время придется мне отойти на чуть-чуть. Так, все-таки шестерочка. Вообще ваншот. Шикарно живем. Блять, доспех повреждён. Так. Да. Нет. Купить. 100. А, я так понял, это мое количество. Желтыми цифрами написано. Хрустальный порошок. Блин, нафига я его собирал, если мог пойти его купить? А, собирал, наверное, я, чтобы не покупать, блядь, по 10 монет за штуку. Так, морская ракушка, может морскую ракушку купить? Мне вообще рецепты нужны. Посмотрим, рецепт слабого ли чем на зелье восстановления. А, восстановление это чего? Пока заклинание ваша рана будет медленно исцеляться.
пока заклинание действия яда замедляется, оставляя больше времени на лечение. Блин, для меня вообще вот эти вот земли, зелья восстановления. You acquired a recipe. Recipes are used for creating potions and elixirs. To create them, first copy it into your recipe book. Look for the recipe and select the copy to recipe book option. Не носите меня время сомнительный характер. Так, значит, 83 монеты, я так понимаю, это за штуку или не за штуку. 83. 20. Нет, это, видимо, за все 5. Черт возьми. Так. Книга рецептов, да? F5 через 5. Нет. Заклинание. Где книга рецептов? Персонаж. А, вот она. Давайте попробуем. Potions and elixirs can only be created at the boiling cauldron. Once you're over the cauldron, search for the potion you want to create in the recipe section of the game menu and select create. Mm-hmm. To be able to create a potion, you must have all ingredients. You also need a vial to contain the elixir. It is hard to find empty vials, but you can reuse vials from potions you've used. Блин, реюзать пустые баночки, это ведь так охуительно. Ну-ка. Так, маленький пузырек. Крыло летучей мыши. Три красных порошка. Ёб твою мать. Изейши, блять. Изейши теперь можно так часто возвращаться. Так, а повреждён это он к чему вообще? А, все, я понял, видимо, на единичку. Видимо, на единичку похерил его. Так, смотрим. Мне предлагают идти... Так. Вообще не понимаю. Так, я там зачем-то спустился вниз, когда нам было идти вправо. Окей. О чем я? Вот эти потионы, которые медленно восстанавливают какой-то ХП, который сразу хилит. Даю предпочтение вторым, которые хилят сразу. Так, и какая мне дверь нужна? Мне нужна. Так, по-моему, это. Да. Это мне и нужна. Блять. Добрый вечер. Опять все остановились. Отдать придется, или еще какая-то хуйня. Кто меня, блять, увидел-то?
ебанул, что ли? Корона. Еще к воронам вернулся. Забрать второй сапфир. Блин, надеюсь, корона в этой же комнате. А че это пиздец? Нет. Второй есть. Ебануться. 100 монет. Ебой. Ну, считай, 80 монет с того ублюдка отбил. Спуститься. На самом деле. Мне почему-то иногда кажется, что вот в таких вот трудных местах здесь еще могут быть проходы, блядь. Ну это пиздеж. Ну это пиздеж. Нихуя там нет. Так. Стена еще странно выглядит. А мне нихуя нет. Блин, каждая стена без паутинки проверять ее. Хотя, может быть, и с паутинкой тоже есть. Проход. Так, значит. Не вот сюда налево. Так, где лук? Так, что-то мне кажется, что это все. Это есть вообще. Да, точно. Сука, это смех, блять, из байк из склепа. Да-да-да. Блин, нахуй я ее молотком бью? Зачем я сюда вообще пришел? Добрый вечер. Коралловая корона, и где она может лежать? Коралловая корона. Так, там самое начало, там куб. Так, я пропустил две комнаты, да? Да, я пропустил две комнаты, вот эту и вот эту. Так, в принципе, мне хилиться не надо, но мне надо в другое место перейти, поэтому сейчас сделаю вот так, так, и встану здесь, и, как я говорил, отойду минуты на 4, минут 4 отойду, пауза в этот раз не внезапная. Пауза. Параметры. Пауза просто. Просто пауза. Просто
Пауза. Так. Музыка. Музыка. Нашим Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде сы вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись и ныне очисти от всяких скверны, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, ты помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый Бессмертный, помилуй нас, ты помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде сы вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись и ныне очисти от всяких скверны, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, ты помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Ты помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Вернемся к игрищам. Так. Пока отходил, вспомнил, что внизу зелененькая. Зелененькая зона, которая... Шо? Да-да-да. Что внизу зелененькая зона, которая... Без шорткатов вообще. Нету там ни одного шортката, туда ни одна дверь не ведет. А где-то наверху над моей головой босс. Сос. Я, конечно, не уверен, но по-моему так и было. По-моему так и было, наверху босс. Так. Так, здесь переход наверх. Еще выше. Плевуха, нет! Плевуха, блядь, ловит плевухи, нет, нет, нет. Сука! Ладно. Делай, блядь, гореть. Пиздец, ёбаная лягуха. Надо же убирать, надо её убирать, блядь. Ёбаная жопа. Я не сохранился. Нахуй так жить. А нахуй так жить-то, ёбаный рот. Пиздос. Ладно. Сапфир выбить. Особого затруднения не вызовет, блядь. Даже два. Там три, блять, из двух. Легуха, блядь, да вы доебали. Глядите. Чё за пидорас, а? Близко, пиздец.
Почему я отскакивал, блядь, назад? Блядь, нет! Да, блядь, обнаружение ебучих ловушек. Это мне нахуй не нужно. Я могу хотя бы трезунцем кого-нибудь тащить, блядь. Да, могу. 200 урона. Навык копье нужен. Блядь. Просто, блядь, срань. Понял, что я туда не пошел, там дух ебучий стоял. Или нет? Нет, не пойду. Стало тут коралловая кар... Что? Блять, уже интересно. Так и верните мне, пожалуйста, мою хуй. Не. Да. Вот тебе, блять. Зелье обнаружения ловушек. Хотел я вот этого, вот, блять, возгорание там всякие, ну... Сука! Просто ёбаная жопа. Выебаная вся в дырку. Блин, надо было посмотреть, как оно выглядит, как оно выглядит. Дайте я посмотрю на трансляции, как стенка выглядела. То сломать-то ею сломал, может, она какая-то, блядь. Не, вообще похуй, она, блядь, какую-то левая. Это один в один. Thank you.
Лягуха, нет, блядь! Так, 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 быстро, быстро, нахуй, нахуй, нахуй. Пиздец. Нахуй присел. Кольцо сноровки кузнеца, и что же она делает? Может, с молотками? Да, да, да. Может, хуйня. Я так понял, если в зоне все... Да, если зона закрашена, то там все фонарики зажжены уже. Это так нихуё моё. Так, собственно говоря, вот сюда. Да, да, да. Пиздец, я не хотел их с лука, блять, стрелять. Что? Ну-ка, вдруг, блять, сейчас ёбну разок, может, догорит. Ах ты, сука. Догорает, да. Ах ты. Бля, она вниз упала. Сука. Она еще в другую сторону полетела, что за хуйня. Иди нахуй сюда. Здесь, конечно, вариант, если бы я качал огонь. Если бы я качал огонь, там больше урона, бла-бла-бла. Ёб твою мать. Так. А как мне сейчас стенку простучать? Ладно, окей, допустим, там ничего нет. Допустим, там ничего нет.
Да ладно. Интересно. Не, ну тупо. Что такая огромная стена и нету. Нет. Полная хуйня иначе. Хотя одна стена уже была иллюзорная. Внизу. По-моему, были комнаты, в которых несколько стен. Точно не помню. I hope you find the answers you seek. Hey, still here? I thought you had passed on to the next world. Before leaving, I wanted to thank you for what you did for me. However, I lack one thing. After my death, a minion of Harmacon took a ring that has belonged to my family for generations. Although this room is empty, I feel the presence of this ring. I know it is here. It must be hidden somehow. If you find it, I will help you one more time. Well, I'll see what I can do, but I can't promise anything. Прошу прощения. Мороженку кушаю. Черт возьми. Рану тает. Блин, ему надо как-то ликвидировать быстро это мороженое. Черт. Черт, оно желе. Бля. Кайфово. Черт возьми. Да-да-да. Звуки были бы несприятны. Пока что ничем страшным не пахнет. Угу. Здравствуйте. Как раз то место, о котором я и говорил. Где несколько стен. Это просто ужас. Это, блядь, обычная стена. Вот точно такая же, как эта. Просто. О, добрый вечер. Pressing F6 allows you to see, equip, and unequip all... Да-да-да. Блять, рука липкая. Да-да-да-да-да. Чё за кольцо? А, просто кольцо. Well, how do I give it back to you? You're like some sort of hologram. Can you hold it?
It is not necessary to give it back. The ring itself is the aid I wanted to give you. I wanted to give you some of the vitality I had in life. Wow, thanks. I'll gladly wear it. By the way, have you remembered your name yet? I still do not remember my name, but I will seek it, as I need a name in the next world. Well, good luck. See you later. I'm starting to like this spirit. Ah, he is just the remnants of a weak pilferer that dared to enter this fortress. Ну хорошо, кольцо духов. И что же она делает? Да. Не лучшее зачарование из того, что я видел, конечно. Могло быть и лучше. Да, да, да. Здесь слева есть проход. Блять, он есть, сука, он закрыт. Ёб твою мать. Так. Почему я об этом не вспомнил? Мне кажется, где-то должна быть иллюзорная стена, за которой ебучая корона. Ну, бля, где же она? Где же она? Надо. Блин, может его чинить нельзя? Все это хорошо не может быть, может его чинить нельзя? Раритет, блять, надо. Надо проверить. Блять, в натуре вдруг очень нельзя. Надо поменьше пользоваться. Давайте ты быстро покажешь. Там. Так, еще наверх есть проход, еще влево есть проход. Но те проходы открываются не оттуда, как я понял уже. Надо идти в канализацию, там уже некуда больше. Сюда? Нет, сюда. А где вниз-то? Тут. Блин, вообще к товарищу надо сходить туда, может он там посох спрятал, блядь. Может посох тут точно. Блин, только там все эту хуйню убивать там. Может стоит вкачать меч? Так. Ну пока что я тут. Ладно, схожу проверю, там 91% у этого портика уже. По-моему, сюда. Нет. Не сюда. Thank you.
нахер убить. Добрый вечер, добрый вечер. Ремонт. Нет, фу, слава богу, можно чинить. 15 монет. 36 монет, 7%. Вообще не кайф. Вот эту хуйню продать надо. Так, посмотрим. Копье истребителя урков 151. Блять, они идентичные. Просто одинаковые. Так, ну это... понятно. Хуй с ним, хуй с ним. Так, наверное, всё. Так. Я не знаю, идти к этому оракулу, не идти. Там проход закрыт. Только в канализацию. Searching in sewer. Nothing special. I was just wandering around. In sewers grows herb that we need to make brew. My supply's almost gone, but sewer's dangerous. I need favor from brave stranger. What's in it for me? What better reward than helping an old man? I'm starting to understand how things work in this castle. Of course, freebies aren't in fashion. Well, if you have nothing to offer me, I'm leaving. Wait! I have some coins! That's different. Квест, за который заплатить? Надо же. Папоротник. Да, сука, в таких местах, блядь, есть эти ебучие стены, ну вот. Что? Так, ну я не понял, но здесь нихуя нету. Что ж, интересно. Добро, добро. Добрый вечер, я только что был у вас, мы были в другом месте. Том Шарапня. Пятый уровень, огонь. А красного дракона. Да. Да. Оружие, что посох магии? 50. Не, ну... Извините, я не хотел. Так, Кай. Что? Угу.
Можно... Бля, 401. Инфразрение?